Всем хорошего дня, с вами смотрщик Леха, и вот наконец наступил хороший день, новый строительный сезон, и я сразу начинаю его с того, что не закончил в том году, а именно сделать планировку участка, вывести всю глину и начать возводить свою мастерскую. Да, кстати, формат роликов очень сильно поменялся, я буду побольше работать и поменьше говорить. Естественно, чтобы передать насыщенную атмосферу, нужно больше времени, а значит о 10-минутных роликах можно забыть. Ну а всем недовольным есть перемотка. Итак, фильм первый, планировка, поехали. Thank you.
Thank you.
Раскидался глину, уплотнил песок. Теперь пришло время сделать опалубку для фундамента моей мастерской. Делать ее буду с применением плоского шифера. Данный шифер мне предоставил крупный российский завод «Лато». Этот завод специализируется по выпуску хризотил-цементных изделий, которые находятся в Республике Мордовия. Без помощи данного завода построить мастерскую своими силами в этом году у меня бы вряд ли получилось. Завод сразу же откликнулся и решил принять активное участие в моей стройке. Убедившись в качестве продукта, который полностью сертифицирован и соответствует всем ГОСТам, я согласился сделать мастерскую полностью из этого материала. Почему именно плоский шифер я использую в своем фундаменте? На это есть ряд причин. Первая из них – это плоский шифер придаст правильную геометрическую форму моему фундаменту. А также это позволит избежать самопроизвольного вытекания бетона в процессе заливки. Также шифер поможет создать ровную поверхность моего фундамента для удобства будущей отделки цоколя. Вся конструкция будет полностью несъемная. Листы плоского шифера прочно свяжутся с бетоном и останутся в нем после застывания. Благодаря тому, что конструкция будет несъемная, это добавит еще некоторые характеристики для фундамента. Во-первых, фундамент станет более гидроизолирован, а во-вторых, он будет более атмосферостойкий. Ссылочка на качественную продукцию будет в описании.